Всем привет! Приехали вечером с женой половить окуня на спиннинг. Ловить будем на таком небольшом местном водоеме. Окуня здесь уже ловил, но давно. Посмотрим, как сейчас будет клевать. Погода сегодня хорошая, уже не так жарко. Был ветер, но к вечеру уже стих. Правда, не стих бы и клёв, да? Есть. В траву зашел. Первый окунь. Чтоб так далеко не заглотил, то и слез бы в траве. Я с травы его выдирал. Окуня отпустим, продолжим рыбалку. Только что-то он не спешит уходить. Ну, к нам плывут. А вот там они живут. Уже сейчас нет, но у них там гнездо было. Иди сюда. Я, кстати, весной снимала, как в гнезде сидела. Иди сюда. Ага, так они и придут. Иди сюда. Иди сюда. Хорошо, рыбу ловим. С задними лапками так отбегают. Угу. Иди сюда. Иди, иди. Круто. Класс. Людей не боится. Иди сюда. Ой, маленький, видишь? Ага. Они как разговаривают. У нас хлеб. Ну, махну есть. Спиннингом, испугается. Принеси, аккуратно только иди. А не будет черный есть хлеб? А чё ж нет? Не, у ребенка забирает. Ну. Ты чего? Давай еще шипит. Видишь, сколько ты теряешь, не ездивши на рыбалке. Сейчас шугнуться. Да их тут, может, уже и кормят люди. Они так плавно плавают. Есть. Да? Да. Рыба. Окунь. Небольшой будет. Да не, он такой средненький, как для этого водоема нормальный. Какие-то даже не боязливые. Какие-то даже не боязливые. Тебе, смотрю, надоело уже.
Есть. Решил другое место бросить. Сошел. Был окунь. Такой неплохой был. Немного стянул. Есть. Сошел. Я там по времени, насколько ты сможешь приехать, так, тоже была поклевка. Две поклевки за проводку. Да я. Сейчас. Я тут забыла. Все, два оборота, пауза. Смотри, ли кончик дернется, или в руку почувствуешь и сразу подсекай. И была поклевка. Я... Есть. Ну легче, сошла, легче. Она сошла, все. Я вижу. Так ты ее. А зачем ты выматываешь? Дальше продолжай проводку. А это тоже все, это тоже близко. Нормально, у меня было вот возле коряк. Вторая. За одну проводку две поклевки. Ну уже да, выматывай. Опять резко. У тебя опять была рыба, я ее видел. Она же прям большая была, я чувствовала. Зачем так резко тянуть? Стой, стой, стой. Меня подцепишь. Отлично, будет уже тебя к часу ждать. Была поклевка. Есть. Вот видишь, плавно, как я тяну аккуратно, и все, и рыба висит. У меня это, лампа есть. Ну как ее? Это лампа. Ой. Круглая, кольцевая, короче. Все, что у меня дома есть. Достал. И сразу отпустим. Сегодня всю рыбу отпускаем. Есть первый поворот, а есть второй поворот. На первый поворот ты поворачиваешь, едешь ты по улице, по партизанской. Едешь, едешь, едешь. Потом поворачиваешь. О, уже хороший размер. Или как-то зацепился, не знаю, или хороший размер будет. Забагрил. И поэтому сопротивление больше. Видишь, зацепил. Ну. Клюнул и промазал, скорее всего. Ого, поклевка была. Сильная. Спиннинг так выгнула. Не видела? Руку дернула. Это серьезно так. Есть. Блин, размеры хорошие. Отпускаем. Чуть по голове не дал лебедям. Ну, я бы, честно, ловил бы еще. Есть. Сколько уже выпустили? Да уже нормально. Ну, еще нравится. Больше. Нет, чуть-чуть, он пузатее, видишь, горб больше, типа. Для этого водоема хороший. Это уже ладно. Это уже выпускай сегодня. Ну. Ну что, на этом тогда и закончим окуни.
Да? Рыбалку. Будем собираться, уже поздно. Все, дома дела. Сегодня все отпущены были. И на этом рыбалку заканчиваем. Поедем. Кому интересно было, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока. Помаши, пока.